Я решил, ну, купить за 79 и показать, что можно такое взять. Понятно, понятно. 79. Да. Спасибо. Я против Путина. Смотрите, вот эти вот палки и костыли, которые подпирают его трон, они олицетворяют те законы, которые он принял в последнее время. Да. Чтобы удержаться у власти. Какие законы конкретно у вас есть? Ну, например, изменения в Конституции, обнуление. Я считаю, что, значит, президент должен сменяться. Должна быть сменяемость власти. Должна быть конкуренция, конкурентные выборы. Такая моя позиция. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему такое сценарий? Все вопросы пресс-служб. ОВД область, вы знаете об этом. Но в данный момент мы видим, что сотрудники полиции выстроились в шеренгу. Такое впечатление, что они не хотят никого пускать в парк. Почему они так стали? На этот раз они не готовы говорить, отправляют только в пресс-службу. Ну вот мы наблюдаем очередное, видимо, ограждение из правоохранителей. Напомню, такое же было в прошлую субботу, когда людей таким образом остановили на улице Краснознаменной, когда с этого участка все пошли в сторону Дома Советов. На проведение мероприятий независимо от количества участников. Привет. Почему не пропускаете? На проведение мероприятий. Мы гуляем? Это пешеходная часть. Независимо от количества участников. Подорожки, дайте машину. Будьте любезны, подвиньтесь, пожалуйста. В соответствии с федеральным законом номер 54 от 19 июня 2004 года о митингах. Будьте любезны. Визитирование, шествие и демонстрации. Установлен запрет на проведение. А почему, скажите, нельзя? А когда будет разрешено, чтобы люди могли свои чаяния сказать против Путина, против власти, против несправедливости, против бедности, против воровства? И, я бы сказала, даже больше, ну, уже воздержусь. Что это такое, а? Ну... Я еще первый митинг был, может, кто-то помнит, около Дома Советов сказала, я выступила. Это Путин разорит нашу Россию. Ну почему наш народ боится? Ну почему они такие равнодушные? Ну ведь, когда других государств, смотрите, миллионы людей выходят, и никто, ну пусть кого-то там забирают. Ну народ-то не боится, хотя, конечно, там профсоюзы. Мы не боимся, 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 мы не боимся. От 19 июня 2004 года, что за это предусмотрено законом ответственность. А вы будете привлечены когда-нибудь? Уважаемые граждане, на территории Оренбургской области ребята, главное, принимаются меры. Пусть он ездит туда-сюда, не трогайте, не провоцируйте. Пусть ездит по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Почему я должен быть против него? Главное, объясните, почему вы против Путина? Вопросом на вопрос. Ну при чем тут? Ответьте нормально. На что тебе ответить? Почему за Путина? Ну ты посмотри, как наша Россия живет. Что, мы не развиваемся, что ли? А? Нет. Ну почему нет? Провокатор! 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 Было лучше все. Провокатор! Все нормально. Да, провокатор. Мы а зачем мы его тогда все выбирали? Кто его выбирал тогда? Кто его выбирал? Мы сами достойны такого президента. Какие мы, такие у нас и президент. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Долой царя! Долой царя! Долой царя! Долой царя! Долой царя! Долой царя! Оренбург! Выходи! Выходи! Близко не надо подходить, меры безопасности. Будьте добры мои.
соблюдайте. Близко не надо ко мне подходить. Уважаемые граждане! Уважаемые граждане! На территории Курской области принимаются меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в соответствии с которыми установлен запрет на проведение мероприятий, независимо от количества участников. Я напоминаю вам, что в соответствии с 54-м федеральным законом Российской Федерации от 19 июня 2004 года о митингах, шествиях, пикетированиях установлен запрет на проведение несанкционированных публичных мероприятий и участие в них. Расходитесь, уважаемые граждане, расходитесь. Невыполнение законного требования сотрудника полиции влечет установленную законодательством Российской Федерации ответственность. Расходитесь. Что здесь вам происходит? Молчанку играть будем или это что? Это что, разве преступники перед вами стоят? А как же 31-я статья Конституции? Нет, вы их предъявите. Да! Причину, когда вы задержаны? Или мы что, как Навального заберете всех? Это же не милиция, это же полиция. Вы задержаны или что? Задержаны? Приравняйте нас с ним. Мы не за Навального. Мы против всех. Мы здесь не террористы. Почему вы так с нами обращаетесь? Пустите нас. Вы своим семьям как будете в глаза смотреть, скорая когда будете домой? Вам не стыдно вообще самим? Скорая помощь приезжает, сами врачи говорят, нам даже масок не дают с той скорой помощи врачам. Позор! 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 Не служи уродам! Полиция с народом! Не служи уродам! Вытягиваемся. Давай.